Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами сходим в магазин No Frills. Будет легкая прогулочка. Мы посмотрим очередную покупку, закупку продуктов на неделю для четверых. Как говорится, без излишеств. Посмотрите цены, которые вы видите, которые успеете посмотреть, потому что цели именно по ценовой политике рассказать, сколько стоит, я не буду в этом видео. Есть много других видео, которые уже об этом рассказывают. А вам я просто хочу показать очередную закупку продуктов. Поехали! Капусточка хорошая, маленькая. Возьму ее, прям две штучки. Алёся, видно, что она более-менее мягкая, свежая, наверное, молодая. Мандарины, то есть апельсины. Яблочки. Здесь еще такие желтые, три штучки. Что возьму? Немножко такое иногда нужно. Сейчас это масло по скидке. Вот мы его берем. Сразу три упаковки. Раз, два, три. Это будет нам уже на много месяцев. Кстати, кому нужно, вот мыло для стирки. Вот такие мыла, которые можно стирать, вот застирывать. Простые, хозяйственные. $1.37.
даже есть голубцы готовые. Упаковка 10 голубцов, $12, но мы их не будем брать. Но вот, чтобы вы знали, даже голубцы продаются. Ну и, как всегда, лазанья. Я, наверное, возьму сегодня сифуд. Да, я возьму сифуд, лазанья на выходные, чтобы было, потому что мужу понравилось. Берем еще сифуд, лазанья. Ну что, друзья, это была закупочка небольшая на неделю. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь с друзьями, спрашивайте ваши вопросы. Всего хорошего, пока-пока и хороших выходных. Чао!